да. Вишки на них посадили с такими подпорками классными. А это пальмочки? Оградили. Это какие-то такие пальмочки? Ну, я не знаю, может они пальмочки, но что-то такое. Какие-то странные пальмочки. Странные пальмочки, да. Елочкообразные. А это что? Памятник какому-то моряку. Who is this? 1964. She was here and she was killed 1974. Just 10 years inside. Давай полазим там. Навалили, наверное, специально, чтобы люди не... Ну что ты киса, у нас ничего нет. Давай пойдем посмотрим, мам. Дарлин, I want to go there to see. Я сейчас прям по камням по этим полезу. Прикольно, люблю лазать. Камушки такие достаточно удобные. Возле воды. Глянь, метра 2-3 и уже здесь жарче, чем возле воды. На таких больших камнях прям можно загорать здесь. Очень удобное место. Ой. Так, чтобы не подскользнуться, не упасть. Ой, какая красота. Такая приятная, класс. Она не теплая, а прохладная, но очень приятная. Туристы переодеваются прямо на пляже, не стесняются. О, люди рыбу ловят, а они там пугают. Водичка. Видно, какая она бирюзовая? По-моему, видно. Интересно, какая глубина дно видно? Там на свету дно видно. Наверное, глубоко раз рыбу ловят. Ну, видишь, рыбу ловят, да. Люди там спрыгивали. Ну да, и прыгают. Корабли приближала. Слышишь, а там какое-то строение. Это ж не корабль, то какое-то строение называют. Строение. Дарлин, вот и здесь девайс far away. Looks like ship, but it's not ship. Very far away. Very strange. Behind the ship is white. Like this, yes, but I prefer stabilizer.
visualizer they have they become electric. Yes, but I want the visualizer digital. Такая здесь набережная прикольная. Сейчас мы идем в сам порт с корабликами. Вот уже отсюда его видно. А это похоже на ресторанчик, да, сколько там люди сидят? Ну да. Классно. Ой, там еще ресторанчик. Да, стоит на вопросе. Which show they have? Yes, motorbikes. What they close? Тоже там что-то. Ресторанчик тоже. Да, да, да. Ну, да. Я думала, может, это же гостиница. Да нет, я думала, для гостиницы это. Это что тогда? Один номер люкс там на всю эту, на весь верх. Там, может, маленькие номерочки. В таком месте. Ну, все под рестораном. Хочешь сверху, хочешь снизу. Да. Уже декор. Ой, какой маленький катер. Прикольный. Там много-много лодочек. Катерков маленьких. Нет, а продавщица местная, значит, но нормальная? Ну, может, потому что я в станции. Ну и что? Через одну сторону же сейчас зайду. Зайдешь и что? Осквернишь. Дарлин, what they build?
I understand that it's building, but what kind of building? Рыбки прыгают, глянь. Это бы хотел? А я думала, кто-то что-то кидает, да они подпрыгивают, представляешь? Подпрыгивают? Да. Точно, смотри, что это за рыбки, интересно, фигура или что это? О, вон, вон там, вот прям серьезно. Да смотри, а, вон, видишь, да смотри, глянь, сколько их тут много, смотри. Фиш, фиш, you see how many fish? Yes, we need to make fishing. No, what are we giving them something to eat? Вот тут там они аж подпрыгивают, смотри, там тоже, там видно. Ну, ну, потом, глянь, тут тоже маленькие рыбки. Ага. Вот это все смог. Вот, наверное, в том ресторане свежую рыбу продают. Наверное, да, берут прямо здесь, а продают, видела, почем? Цепура 40 евро за килограмм. Вот. Глянь, большие. Он говорит, что мы сейчас поймаем рыбку и нам по две рыбки каждого размера как раз покушать. Можно нас провести здесь проход в строящемся здании. Ah, there is a museum of this ship. They found it under sea and they take the measures and they remake it. Okay, and you remember we've been in Kenya in this castle and it was inside this ship or not? It was one ship inside. It was not the same. Ah, yes, 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 yes. This one. So this I, one, yes, this is what I ask you. Yes, мой муж говорит, что этот корабль это миниатюрная копия корабля, который нашли в Кирении. И там часть этого корабля сейчас находится в музее. Когда фотографировали тоже тот музей, давно. Тогда еще не снимала видео. Корабль здесь в маленьком варианте, а в Кирении он большой. Интересно на него посмотреть со стороны, если бы он еще пару спустил. Я не знаю, мам. Нет, резиновые. Резиновые? Да. Глянь, как он ставил его. Это чтобы он не бился, понятно? Да, 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 наверное, точно, блин. Я не знала. Я что-то сразу подумала, это слушай, выполняет функцию вода, якоря. Смотри. Да, вода. Рыбки. Рыбки маленькие. Знаете, маленькие, там мы видели побольше. Стайка рыбок, детки. Слушай, глянь. Да. Это тоже ресторанчик. Этот уже закрыт. Этот тоже на KFC, да? А нет, еще открыт. Тавернаки, таверинка. Тут прикольно. Такие уютненькие ресторанчики здесь, вообще класс. Ну да, ветеран. И так много, да, ресторан на ресторане. Где осик? Ой, далеко? А, вот он ослик. Окей. Удивительно, что это было старое здание. Что значит вода мама? Не знаю. Временная мама. Can I speak to TV this time? In Aida, I think something with salmon about 15 euro. Oh, 15. So it's not very expensive, is it? Something like with fish. Он тогда, когда его приглашали выступать на телевидении, он с этим мужчиной потом сюда приехал покушать.
Шарянь. Давай поснимаем сверху. Эти все лодочки. You're going to see some microphone. We can take our coffee and continue. Видишь, сколько строят с этой стороны. Вот это мне, смотри, нравится красиво. Она тоже ресторан. Это можно свечки вернуть. Да, смотри, ой, сколько строят много. Это, наверное, гостиницы, смотри. Там больше на гостиницы похоже. А это высокий домик. Какой? От которого мы шли. Высокий. Ну, это тоже, наверное, гостиница. Ну, это, скорее всего, гостиница. Да. Ну, сейчас я по-деревенски загорю. По-базарному. Я тоже. Я цветочки. Видишь, они пахнут. Помнишь? Красивые. Может, мы вот так обойдем, не будешь дорогу, скажи. А, не знаю. Далее. We go around this building. We go a little bit Limassol. Is this the wine factories? Ah, yes. You remember we've been? And wine factories, это ювелир магазин. Hey, they don't have some devices that they make wine. Old building. This Haji. No, I didn't. Maybe if I search, maybe it was this old HTC. I lost it. Ну как бы что-то, по-моему, маленький. Раз открыто. К какому подошли. Закрывается. Один ослик. Ага. Ослики много тут на каждом шагу. Да, популярностью пользуются ослики. Да. Ого, какой якорь. Якорь. Это же якорь? Не знаю. Глупость, якорь что-то. Да, точно якорь. Ой, сюда пойти посмотреть. What he's doing. Oh. He's criminal. No, he's not killer. He's pirate, I think. I think in English it's pirate. In Greek it's piratis. How do you say in Greek? Piratis. Piratis? Piratis means pirate? И на меня, наверное, так же глянули. Да, какие синие цветы. Да, эй, какие классные. Ближе. Куларники такие видела. Да, да. Смотри, какие светильники. Это тоже, наверное, какая-то церковь старая или монастырь что-то. Да, что-то историческое. Историческое. Это развалина. Может, написано будет? Что-то написано? А, вот написано. А, нет, это оливковое дерево. Здесь с 1900 года. Вот так вот. Ну, значит, здание еще старше. Это больше 100 лет тому дереву оливковому. Вот из Эр. Крепость, что-то такое. А, вот написано. А, это говорит, типа крепость. Cyprus Medieval Museum. Да, это крепость. Видишь, какие еще ворота? Ой, да, еще с такими воротами. Лошади выезжали. Наверное. Это как в Левкаре. Да, вообще запрещают менять. А, в Левкаре, ну, в Левкаре и в Омадосе. Но если меняют, то на такие же. Ну, бывает, знаешь, когда они рассыпались совсем. Красиво.
А то, видишь, турецкая стоит дальше. Не видно. Снимаешь? Снимаю, да, снимаю. Интересно. Мне вот это интересно. Вот эти. А вот это не было. Да, да, тоже. Ворота. Ой, смотри, как тут. Был магазин. Глянь, смотри, мол. Угу. Ой, как здорово. Как здорово внутри. Сюда можно зайти, там можно зайти. Да? Пойдем, а там? Да, блин. We go to see inside? We go to see inside? Классные зонтики. Интересно. Давай пойдем и глянем. Гранатики, почем здесь эти? 23 евро. Все, приеду на базарик и по 3 евро наберу. А еще чуть. А, мама, тут скидка 20%. Thank you. Там я не знаю, нужно попробовать. Скидки симпатичные. 4 евро, я так понимаю. Да, ты такой любишь. Угу. Что, у нас там что? Не знаю. Серьги красивые, видишь, какие. Видишь, я делаю. А, он вон, смотри. Чуля. А, он, видно, с той стороны пошел. Он понял, что он здесь. Да? Еще вот смотри, такой тоже магазин украшений. Красота. Красиво, давно тут не была. Сумочки. Туда пошел. Тут смотри, как красиво с этой стороны. О, да. Хочешь, становись, сфоткаю тебя тут под этим. Так быстро. Ну давай в этом проходике просто. Театр. Кафе Нио. Ну это, наверное, стандартное мужское. Да. Видишь, тоже тут дверки поменяли красивые. Ой, смотри, какая тут гирлянда висит. Прикольно. Я тоже такую хочу себе. Да. Деревянная штучка. Остановились в тенечке на лавочке, чтобы попить кофе. Я привезла с собой вот такую запеканку. Творожно-яблочную. I want coffee. This is my glass. Тебе надо кофе? Very little. Напомни сначала воды попить. Glass of my mother is this. You make it strong, no? Yes, I make it very strong. У нас с тобой кофе в термосе с молоком. Мы его разбавляем водой. Сейчас устроим небольшой пикничок. Мы еще купили в Lidl вот такие слоеные круассанчики со шпинатом и сыром. Ты хочешь шпинатный, мам, или ты хочешь... Маленький хочу запеканочки. Запеканочки давай бери. Я тебе скажу, который меньше... Наша прогулка по Альмасолу завершена. Надеюсь, видео вам понравилось. Сейчас мы едем в Платрес. Нашу прогулку в горах я покажу вам в одном из следующих видео. Всем пока!